Один из важнейших городов Прованса – Горд, который находится на высокой известняковой скале в самом центре массива Люберон, рядом с Воклюзом. И действительно, место очень красивое. Во-первых, смотровые площадки Горда – это вот такая вот красота вокруг. Вы видите эти горы, вы видите эти голубые холмы чуть вдалеке, вы видите эти чудесные сельхозугодья, по линеечке высаженный виноград, пшеница, лаванда, конечно. Потрясающий воздух, воздух Прованса, вот что здесь самое главное. И, конечно, ощущение какого-то такого теплого, жаркого счастья. Прованс стоит приехать, в том числе и в следующем году. В 2018 поедет наш лавандовый Прованс и лазурный берег, поэтому добро пожаловать.